привет. Из Венгрии сегодня приехал в город Мишкальц. Сейчас буду снимать все. Выйду на вокзал, на площадь. И потом дальше буду путешествовать по городу. Такой подземный переход тоже до вокзала. Люди идут, как раз и я за ними иду. Сейчас. Людей вышло много очень. Так что я буду смотреть еще геолокацию, потом уже буду искать, как дальше туда идти. Вот это привокзальная площадь такая, Мишкальца. Вот стоит трамвай. Я сейчас буду смотреть. Так, здесь что? Вот памятник стоит. Как раз. Деревья. Так, что тут еще есть такое интересное? Автобусы у нас стоят как раз. Сейчас буду смотреть, куда и что. Вот это сейчас нахожусь на привокзальной площади. Вот такое здание ЖД вокзала. Он стоит трамвай как раз. Через 3 минуты придет уже, будет он ехать. 1В. Вот это такой центр города, Мишкальц. Как раз вот я вышел с автобуса, с трамвая. Сейчас надо найти автобусную остановку мне, чтобы поехать дальше, на 20-ку автобусом. Где она? Сейчас узнаю. Не то, наверное, может быть. Сейчас пройдусь, посмотрим. Еще ищу пока. Но люди стоят и смотрят. Наверное, туда ехать надо. Красиво. Такие здания тут стоят. Вот. В общем. Да, оно, по-моему, оно автобус. Да, оно. Да, да, да. Ехать надо будет потом 13 остановок еще. По геолокации до места, в которое я хочу попасть.